Это первый концерт на обновленной сцене. В деревне Старый Березняк Можгинского района этим летом сделали долгожданный ремонт в сельском клубе. Галина Зараева уже более 30 лет выступает в местном ансамбле. Со своим коллективом объездили всю Удмуртию. Не раз занимали призовые места в республиканских конкурсах. Теперь и в ее родном клубе можно будет проводить большие концерты. Жить хочется, что именно? Жить хочется из-за того, что у нас клуб есть теперь новый. Мы уже, нам кажется, уже то новый-новый. Потому что старый уж почти был, так, ну вот новый. Все ново стало ведь теперь. В сельском ДК заменили столярку, отремонтировали крышу, зрительный зал на 150 мест теперь не пустует. Нашим жителям, мы живем далеко от города, других культурных центров нет. И народ приходит именно в наш дом культуры, чтобы проводить свое время, досуговое время. Занимаемся с ними. У нас действуют кружки вокальные. Заметно преобразился и Можгинский дом культуры «Дубитель». За последние 5 лет там отремонтировали зрительный зал, холлы, гардероб, потолки и витражи. Установили новую световую и музыкальную аппаратуру. В этом году «Дубитель» посетили уже 22 тысячи зрителей. Я думаю, что даже нашим жителям города и районам, ближайшие районы жители тоже к нам приезжают сюда на наши мероприятия, не только на наши, на приезжих артистов. Очень приятно, нам самим очень приятно приглашать людей в такое учреждение, встречать их здесь. В планах на следующий год у можгинцев обновить гримерки и провести капитальный ремонт крыши. Сейчас готовится проектная документация. Всего за 5 лет на «Дубитель» потрачено почти 9 миллионов рублей. Деньги были выделены по федеральной программе «Культура малой родины». У нас сельские дворцы культуры. Дворцы культуры в малых городах получают поддержку. Если, например, мы говорим про Можгинский ДК «Дубитель», то это уже 5-й год он участвовал в программе. Я здесь был как раз, когда только проект начинался, когда мы делали актовый зал, меняли кресла. И здорово, что каждый год фронт работы увеличивается. Всего в этом году по федеральной программе в Удмуртии отремонтируют 23 сельских ДК. Кроме того, новые здания домов культуры появятся в Дебёсском, Граховском и Увинском районах. Их открытие запланировано на конец года. Мария Шершова, Анна Ковырзина, Юрий Дроздов. Новости.